В один из хмурых берлинских вечеров 44-го года штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц сидел в своем кабинете, задумчиво глядя в окно. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился группенфюрер Генрих Мюллер. «Штирлиц!» — воскликнул Мюллер. «Я только что от фюрера. Он требует срочно предоставить ему план контрнаступления на Восточном фронте. Вы же обещали подготовить его еще неделю назад». Штирлиц медленно повернулся к Мюллеру и с невозмутимым видом ответил: «Действительно, я давал